А вы видели девушку Корчевникова? Лучше присядьте. Как выглядит бывшая единственная девушка Бориса Корчевникова и почему она его бросила? Известный актер театра и кино, телеведущий Борис Корчевников на данный момент является перспективным мужчиной. Борису 38 лет, многие коллеги и друзья ведущего недоумевают, почему известный шоумен не найдет себе жену и не создаст новую ячейку в обществе. Но мало кто знает, что у актера были длительные отношения с девушкой, после которых у него высокие требования ко второй половинке. Бывшую девушку Бориса зовут Анна Сесиль Свердлова, обладатель такой необычной фамилии родом из Франции, но все свое детство и юность провела в России. Семья девушки очень религиозная, и как следствие именно в церкви Борис познакомился с Анной. Разница в возрасте составляла пять лет, именно настолько Борис был старше Анны. С самого детства девушка была очень воспитана и разносторонне развита. Она посещала воскресную школу и занималась балетом. Но она решила пойти обучаться актерскому мастерству, а не балету. Учеба проходила в ГИТИСе, после окончания которого она стала играть в спектаклях. Кстати, Борис познакомился с девушкой, когда еще не был популярным телеведущим. Они встречались около восьми лет, многие СМИ утверждали, что Борис и Анна состоят в браке. Но, как выяснилось, позже это было была дезинформация борис в одном из своих интервью поведал что это были всего лишь слухи и он никогда не был женат почему пара рассталась неизвестно известно лишь одно что инициатором являлась девушка борис всячески пытался ее вернуть но у него ничего не получилось после расставания телеведущий так и не встретил новую возлюбленную Борис не делится подробностями личной жизни, но в интервью Андрею Малахову он рассказал достаточно много откровенного. В нем он поведал, что его всегда восхищало воспитание Анны, насколько она была честным и чистым человеком. Актер думает, что это из-за ее родителей и их воспитания. Например, девочка только всем увидела телевизор. После Анны он больше не встречал такой верной и чистой девушки. На данный момент Анне 32 года, снимается в кино и играет в театре, так же, как и Борис, она одинока.